Привет всем! Сегодня буду убираться в теплице. Надо дособирать перцы и помою ее. Все овощи собраны. И теперь ее надо подготовить к следующему году. Самое грязное место в теплице, я уже поняла, это двери. Вот посмотрите, сколько на них зелени. Будем убираться. Здесь у меня мыльный раствор. Это хозяйственное мыло. И немного фейри добавлено. Прямо капельку. Вот таким раствором я буду мыть. Вот светится чисто. Чистоту навели. Красоту. И так она у меня останется до весны. Все. Всем пока-пока.